Ереван и Москва прорабатывают вопрос о возможности передислокации определенного воинского формирования 102-й российской военной базы на восток Армении, заявил в интервью РИА Новости министр обороны Армении Вагаршак Арутюнян. Как отметил армянский министр, вопрос расширения и усиления российской военной базы на территории Республики Армения всегда стоял на повестке дня. Армянская сторона всегда была в этом заинтересована уже по той простой причине, что база в полном составе входит в объединенную группировку войск вооруженных сил Армении и России. И стало быть, расширение возможностей базы автоматически влечет за собой наращивание потенциала совместной группировки, действующей на двусторонней основе в Кавказском регионе коллективной безопасности, добавил Арутюнян. По его словам, конечно же, руководство Минобороны России учтены существующие военно-политические реалии в регионе и сделаны правильные шаги по пути усиления и перевооружения базы. «И я уверен, что данный процесс будет носить долгосрочный характер», – сказал он. Арутюнян также сообщил, что Ереван и Москва прорабатывают вопрос о возможности передислокации определенного воинского формирования 102-й российской военной базы на восток Армении. Правильно, наверное, говорить о возможности передислокации какого-либо воинского формирования из состава российской военной базы с учетом ее расширения на восточное направление Армении. И в этом контексте соответствующая совместная проработка вопроса ведется, сказал министр.